рефлексию свою сделать. Я в шоке, конечно, как ответ пришел. Сегодня утром Ольховская Ирина написала, что я, говорит, посмотрела себе, говорит, в зеркало, говорит, я так сама себе понравилась, говорит, и мне не надо тело терять. А я что-то все это хожу, что-то мне сама себе не нравлюсь. И думаю, такая, мне придется тело терять, такая. Ну, мысли такие были. Вот. И не проявила этот момент свои чувства, не проявила. И вообще перестала молиться. И вот смотрю на свое лицо, да, короче, на себя вообще смотрю. Мне вообще раздуло конкретно, у меня даже вот эти места появились, короче, да. Такое табло появилось. Ну, короче, сама себе. Я вот чувствую, что я не, сама себе не нравлюсь. Мне прям раздул, как бачок. Альфета красивая, но мне вот не нравлюсь. И начала себе гладить, или как бы переживания пошли внутренние. И вот приходит ко мне клиентка. Вот она, Лиля наша. Вот она сидит, да? Блять, смотрю, вот все нормально. Буквально неделю назад у нее с волосами все было нормально. Смотрю, у нее волосы, кочерышки вот здесь торчат. Короче, волосы начали ломаться. Я первое ее что-то лечить начала, а первое переживать начала. Думаю, все, пиздец, мы больше эту хуйню уже не буду на голове делать. А потом когда вопрос начала задавать. Так, Лили первый говорит, Лили, ну это же твоя причина. Ну да-да-да. Короче, она, там у нее, кажется, переживания были насчет работы, она с работы уходит на другую работу и так далее. А я сама себе вопрос задаю, а для чего я этого хочу? Волосы что терять? Это же на дальний способ мне идет. Для чего я хочу волосы терять? Я вопрос только задала. Вот сейчас целый день я была в переживаниях, что я такая толстая свинья, да? А потом вот сейчас начала вопрос задавать. И ответ нашла, что вот волосы мне показывают, что на дальний подступ, что Лилия мне показывает, что у меня будут теряться волосы, энергия, если я вот так буду ходить, жить какое-то, да, переживание, бичевание само себя. И тут же мне вот через какую-то... Вот я когда начала проговаривать, у меня как ответ бацнул, и все опять. Для чего я пополнела? Для чего мне раздуло? Да потому что опять вернуться к себе. Перестала молиться. И я начала сейчас молиться. Все, ответ сразу пришел, что просто начать молиться, просто принимать себя вот такую, принимать непринятие себя такое. И меня сразу отпустило. Мне самое главное, что я ответ услышала, что я раздуваюсь только для того, чтобы вернуться к самой себе. Внимание себе, увидеть, где я сама тебя, где теряю энергию через свои переживания, что перестала молиться. Я на самом деле замечаю, что перестала молиться. Все, а нету молитвы. Никакой молитвы нет. Все. И тело мое развивается для того, чтобы я опять начала это делать. Вот.